Привет, обитатели PUBG! Как вам первая рабочая учебная неделя? Тяжеловато, согласны? А вам знакомо что-то из этого? Феникс, лазурный дракон, черная черепаха и белый тигр? Нет? Значит, вы еще не в теме хранителей, крутейших персонажей, которые ждут вас в патче 21.2. Обновление уже доступно на тестовом сервере, а в игре появится 18 января. Не забывайте, что для легкого доступа к пакетам G-Coin существует официальный веб-магазин PUBG Battlegrounds. Ссылка в описании. Ну а теперь к моментам. Сегодня в выпуске вас ждет двойная безопасность, идеальный расчет и второй шанс. А ну вставай! Что делать, если в процессе невероятного драйва по зимним склонам Викенди Реборн ваша любимая зима вдруг перевернулась? У контрапупивателя изобрел для вас лайфхак. Ставим канистру с топливом, кидаем гранату, и тачка подлетает в воздух. Если повезет, приземлится на колеса. Да, повредится малость, зато в зону доехать сможете. Вдвойне безопаснее. BRDM2, конечно, крепкие, но зачем рисковать, правда? Так и подумал игрок Tigers456 со своим тиммейтом, загнав броневик на фуникулер. Так они точно доедут невредимыми, а по пути еще и парочку врагов пристрелят. Опасный аирдроп. Не все, что прилетает с неба, полезно, безопасно и является аирдропом. Игрок RTX Illusion вновь показал уникальный способ расправиться с последним оставшимся врагом, отправив к нему заминированную зиму. Не будем спорить, получилось эффектно. Идеальный расчет. Обилие панцирфаустов делают Викенди Реборн по-настоящему взрывной картой. Что свойственно повышению мастерства владения этим видом оружия? Зацените, как игрок ГАЗ-13, автор этого момента, идеально рассчитал упреждение и попал в несущуюся на полной скорости зиму с фуникулера. Мастерство, не иначе. Второй шанс. Никогда не сдавайтесь, даже если кажется, что надежды уже нет. Именно этот девиз помог игроку RI-159. Сначала все сыграло против него, он не смог устранить врагов на машине. А потом, выйдя из своей, он начал укатываться по инерции, оставив его без укрытия. Как хорошо, что у него было АВД, а враги просто вовремя не добили его. На скилле и на характере автор встает на ноги и выносит целый отряд врага, оставаясь живым. Удивительно. Играете на новой Викенди? Есть крутые ролики с этой карты? Тогда мы ждем. Переходите по ссылке в наш Discord-сервер. Ищите канал «Моменты Викенди», ознакомьтесь с правилами и присылайте свои ролики в шоу. Кроме того, вы можете голосовать за то, какие ролики попадут в следующий выпуск. Не скупитесь на лайки авторам. Не забывайте писать комментарии, ведь, как известно, лучшие из них попадают в шоу, как вот эти ребята. Напишите нам в Discord, в канал получения наград. Подписывайтесь на нас и наши соцсети. И пусть ваш куриный обед всегда будет горячим, как моменты из сегодняшнего выпуска. До встречи!